покрыл его водным лаком. Ну, это не лак, так просто называется. Это как защита. Она матовая. Я его покрываю, чтобы следующий слой не впитывался, не убегал. Чтобы она, на нем можно было работать, тонировать его. Будем тонировать. И фактура вылезла нормально. Все четко видно. Так, пускай высохнет. Как высохнет, начнем тонировать. Orada yarım yerlerde. Gözümüz. Gözüm döndürüldü. Yeah.
Конечно, да. Немножко осветляем цветочки, чтобы не так мрачно смотрелись. На фоне, на коричневом фоне, чуть-чуть веселее, чтобы были. Осветляем таким серовато-голубым цветом. А такая полупрозрачная декоративная краска, тикуриловская. А, интересно смотрится, эффекты хорошие от него. Вообще этими тикуриловскими декоративными можно чудеса делать. Других у нас просто не продают. У нас тикурилы только. Я не знаю, может есть что-то, я не встречал. У нас только тикуриловские декоративные. Составы такие, краской не назовешь. Это такой состав, основа. В него пигмент добавляешь и работаешь. Он полупрозрачный, долго сохнущий и очень удобно разные эффекты создавать. То есть это как бы масляная краска. Как эффект масляной краски, лессировки дает он. Кто с живописью занимается, тот поймет. То есть эффект лессирования дает он. То есть такую живописность дает он. Постепенные переходы. В то же время очень осторожно нужно работать, чтобы нижний слой не перебить некоторые нужные места. Если слишком густо сделал, протирать сразу же. Здесь я чуть-чуть вовнутрь попал сейчас. На паузу. Монтажда лазом сделали кесарь. Да.